Сейчас мы вашему вниманию представляем сорт Бжезина. Это уже очень известный сорт. Ягоды очень крупные. О, посмотрите, веточки все усыпаны огромными ягодами. Аромат есть, да? Так, у нас Денис дегустирует сорт Бжезина. Ароматная? Ну, я поставил 5. Так, но? Ну, там присутствует небольшая кислинка, но сама ягода сладкая. А что тебе в ней еще нравится? Ты вот только что... То, что она огроменная. Огроменная. Ты мне только что сказала, мама, она гигантская, да? Действительно гигантская. На ладошке нам сложно передать это, но вы посмотрите. А просто гигантская. Вот в Денискиных руках. Сорт мы смешиваем Бжезина. О, какая же она красивая. Так, мы положили 3 ягодки. 21 грамм. То есть в среднем одна ягодка 7 граммов.